В исполнении замбийской народной песни «Бонсиаба» хор-капель детской школы искусств привнес танцевальные движения и актерские элементы. Так получился яркий и оригинальный номер, который жюри и зрители Всероссийского хорового конкурса «Хоровая Казань» приняли с восторгом. За произведение «Бонсиаба» саровчане получили специальный диплом за лучшее сценическое воплощение хорового произведения. Чтобы мы давали энергию, она же у нас последняя, нам даже показали, как танцуют африканцы. Потому что они живут бедно, и чтобы не страдать, они танцуют. Так нам говорили. И мы, когда танцевали, нам говорили: не работайте, вы делаете это в удовольствие, вы не работаете. На конкурсе хор «Капель» исполнил еще два произведения: «Заход солнца Грига» и русскую народную песню «Вопли береза стояла». В средней возрастной категории выступали хоры из разных уголков России. Объявление призеров в финале конкурса длилось долго, а саровчан так и не было в этом списке счастливчиков. Но вот подошла очередь объявить последнего победителя. И со слезами на глазах от счастья детский хор «Капель» принял золото хоровой Казани. Перед каждым выходом на сцену юные хористы по-особенному настраиваются на выступление. Мы передаем искринку, то есть встаем в круг и нажимаем, пожимаем друг другу руки. А что это значит? Передаем искринку, передаем свою силу друг другу, чтобы никто не боялся, чтобы все были заряжены на 100%, что мы спели хорошо. Мне очень понравилось. Это было очень яркое событие, это очень мне запомнилось. Очень волнительно было, когда мы репетировали даже. Иногда что-то не получалось, но на конкурсе мы собрались и выступили хорошо. Хоровые конкурсы для коллектива – это огромный труд, терпение как педагогов, детей, так и родителей. Выезжая на конкурсы, участники капели учатся и перенимают лучший опыт у других коллективов. Очень сильные и прекрасные коллективы приехали. Мы очень многому и взяли у них, посмотрели, насмотрелись, и сами себя показали, и подружились, и сплотились вместе в поездке, посмотрели прекрасную Казань. В планах у детского хора «Капель» новые конкурсы и победы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.